И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Кэт Макс и Яблочко. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Все просили, чтобы мы с Димоном были охранниками. Димон еще взял Венома. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Привет. Всем привет. Ну что, Димон, раз ты Веном, значит, у тебя есть какие-то суперспособности, и ты будешь лучше охранять, чем я, обычный челик. Я просто буду дубасить палкой это. Да не, у тебя же способности, ты кушать можешь, им головы, кстати, можешь откусывать. А, ну да, могу в какашку без. Я лысый. Знаешь, где у тебя этот визор находится? На твоей лысине. Я вижу. Включи камеру. Да я вижу, я взял меч, я ж вижу от третьего лица. Пошел отсюда. Да уходи, подожди, мы еще не начали, стопы. Аниматроники какие-то сегодня злые. Мы их просто не кормили давно. Вот, смотри, включай фонарик. Видишь? Он боится, и глаза ему слепит. И он убежал. Ну так клацать фонариком, чтобы это убегало. А, клацать, все. Прощай, Дима. Я не хотел, я думал, ты выбежал. Самого могущественного Венома убил каким-то... Ты когда не возрождаешься, тут кто-то стоит, он умирает. Пошел отсюда. Уходи, вонючий. Уходи, закрой. Димон, тут кто-то насрал на стену нам, кто это сделал? Вонючий такой. Я списал. Так, смотри, у него одно ухо нарвали, отпустили, а второе ставили. Яблоко лезет. И назад пошел. Задним ходом пошел. А, опять пришел. Иди. Ой, мочи его светом. Светофор, блин. Так, все. Так, все нормально. Слышишь, кто-то мне ломает нам стену. А, это Фокси пришел, ломает. Бежал. О, Лефти идет, Дима, в пиццерию, смотри. Закрой. А я иду убивать. Димона Покемона и Димас ТВ. А всем, что, всем. Димас ТВ? Я не знаю, что я так сказал. Давай, клацай, смотри, где они там находятся. Волчара. А, волчара, свети фонариком в лицо ему. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. И от Венома уйду. Уходи. Новая современная сказка на наш лад. Штраб пришел. Смотри, какой волчара. А, он не может пролезть. В смысле не может, он уже у нас. Да не, у него пятки не там. Я угораю, блин. Димон, открывай калитки. Ой, смотри, какой красавчик, заходи. О, чили-пиздрик. Смотри, какой красивый. О, он же возле окна стоит, он резко не нападает. Фига резко не нападает, он уже напал. Он фонарик не боится мой, не? Не, ну нафиг, отвали. Глаз нету. Я боюсь. Ну какой у нас плюшевый, как раз. А че он тут чудит, челик? Прикольный. Фиолетовая штука. Может его сожрать, Димас, а? Я не знаю. А есть мод такой для Венома, который жрет всех? Убежал. Есть, Димас, не знаешь такого мода? Есть, может и есть. Надо смотреть, Димон. Гаррис Мод — это такая игра, что моды выходят каждый день очень крутые. Просто бомбейские. Смотри, Димас, мы сейчас новую дверь поставим. На, фонарик включить надо было, ты фонарик не включил. Видишь, ему глаза слепит. Не включил фонарик. О! У нас, ребята, доработка, мы в Fortnite. О, пусть ломают их. Они не ломаются, что ли? Ломаются! Придавил калиткой. Смотри, нога торчит у него. Тихо, придавило. О, этого раненого убираем. Погнали. Иди отсюда, старик. Иди. Аниматроник, пердон. Слепит. Ушел. Нет, я его закрыл. Блин, какая-то ночь такая жесткая. Пошел отсюда. Димон, ставь двери. О, и здесь давай. Эй, вы меня прижали. Сюрприз. О! Закрывай двери, блин! Ай, блин! Нас яблоко замочил. Ой, надо свет, Димас, обратно поставить. У нас свет пропал. Ставь. Так. О, Димас, смотри, что у меня есть. Все, я в домике.
Ребята, это угар, я такого еще ни разу не видел. Че, Димас, ты что, выгляжу? Димас. Да, надо заскриншотить и скинуть на стенку в стиме. А, ну давай. Ты на ролике видишь, поугараешь хоть. Надо, короче, будет это сделать на превью. Балун бой! Иди отсюда, иди. Выходи отсюда, толстожопый пузатик. Карби. Там кто-то трется, Димон, смотри. А-а-а. Ого, у него блиндомет сразу видно. Это он ультрафиолетом подсвечивает зубы себе. Красавелла. Это, кстати, зубы не... Димон, посмотри, кто... Пошел. А-а-а. Смотри, я бошку придавил, мангл. Блин, жестко меня напугали. У нас, кстати, этот, энергия немножко читерская, она еще под стол уходит. Ну так у нас этот, энерджайзер, новые аккумуляторы. Это батарейки два раза дольше работают, да? Дима, мы можем резко побежать и включить. Да вали отсюда! Димас, ты как хочешь, а я это, тоже не хочу. Блин, что делать? Все, Димас. Что делать? Закрывай! Фонарик! А, кого, чего? Фонарик! Все, меня не видите, они меня не видят, Димас, я в домике. Фу, жесть, они нападают. Так как это в домике, Веном такой кабан накачанный и маску эту одел. Это аниматроник, я новый. А вы по камерам смотрите? Пацаны, я его захватил, заложники взял. Давай камеры попереключаем. Так, давай посмотрим. Чем смотреть-то будем? Батарейка садится, ну нафиг. Но мы сейчас живем. Спайдер-мод, Димас, у меня есть спайдер-мид. Отойди. А ну, плюй им в глаза. Хапчу! Он ушел, убил его Димас, походу. Он умер, смотри, его нету там. Он не невидимый? А, Димон, что ж ты дверь-то закрыл? Открывай Димон, другую сторону. Закрывай. Есть! Ха-ха-ха, обманули, класс. Ребята, обманули, получилось. Дурака. На 4 кулака. Мистер Димон, сколько тебе лет? Мне 5. А, все сходится. А, бежит, сплинтер. Закрывай. Сплинтер. Сплинтер цел. А его надо пустить и закрыть потом двери, Димон, он умирает. Не-не-не, не получается. Ох ты, лобухин. Плююсь, в глаза плюнул. Хорошо, мы тебя подавались. Все способности Венова, так это плевать в глаза. Офигенно. Димас, что будем делать? Кексы есть будем? Будем. На постер смотреть будем? Димас, что ты все? Кто закрывает? Кто нам дверь открывает? Чепуха какая-то у нас завелась, Димас. Что такое? Пиццерию нам пришел кто-то в хату поселил. Бенди! Я ж голос потерял. Блин, ребята. Открываем на стол. Ставьте лайк за хорошее настроение. Ну и за классную ночь. Такую птицу съедим, Диман. Да? Я живую птицу не ем. Так я веном, я все ем. А, ешь. Для тебя это, мне кажется, просто семечки. Кто-то ржет. Слышишь? Чепуха. Да, слышу. Димон, сейчас батарея скоро сядет. Скример. Меня похавал скример, Димас. Поднимите. Так. Пока все неплохо. Довольно-таки. А че телевизор не работает? Потому что. Потому да что отвали! Не, я не успел делать. Ой. Меня может. О, Димас, у нас батарея восстановилась. Угадай, кто это сделал. Я успел! Они меня убили, но я успел. Успел зарядиться, а сейчас взорвется. А ну отсюда, но кыш. Мы уже нам двери открывать, чепуха. Ого, ребята, если вы хотите, чтобы мы сделали обзор на эту базуку, пишите в комментариях. Мы хотим, и мы сделаем. Видишь, прям напи... И хитрость, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и все, пока.